Давай не будем прогонять. Не будем, давай. Любого хватай. Не надо хватать. Это видео? Я видео снимаю. Ты смотри, как поют, да? Сколько? Сколько соловьев? Угу. Надо для антилоха. Надо для антилоха снять ролик. Передашь моим золотым привет от меня, Альгин, слышишь? Угу. Вот. Моим золотым. И такую мысль нехитрую донести для моих золотых. Конечно, все это не получится, но так, смягчая выражение, ты как-нибудь так вот скажи, что я, вот Андрей Семенов, мог бы работать преподавателем, да что там преподавателем, завкафедрой долбоебоведения в любом университете, если бы такое организовали. Долбоебом я для профессор. Обратил внимание, что в Саранске, конкретно в Саранске, количество долбоебов с латинскими буквами на автомобилях практически сошло на нет. Появляются еще, но как-то они не стали массовым явлением. В феврале месяце вот эти 12 человек, которые с флагами и гудками катались по Саранску, изображая бурную радость от того, что где-то конкретно в данную минуту умирают люди, в том числе дети, оказались работниками военкоматов, которым просто приказали ли там, ребят, у кого машины есть, сегодня вечером покатайтесь по Саранску. Для прессы очень надо, чтобы потом саранские говноканалы и говногазеты проправительственные все это показали. Шины прокалывали им. До кого-то не с первой попытки. Они все ушли защищать? Нет, для кого-то не с первой попытки. Но дошло, что латинская буква на заднем стекле и проколотое колесо на утро, они как-то между собой как-то взаимосвязаны. Как-то вот соседи не восторгаются такой любовью к латинскому алфавиту и такой поддержкой. Сами знаете, кого нельзя говорить вслух. Вот их стало меньше. Еще, я думаю, их стало меньше от того, что долбоебы и долбоебки, жены долбоебов, ходят в магазин и видят рост цен. И, по-моему, даже до долбоебов начинает доходить, блядь, что очередные наши победы и достижения, прорывы, рывки и т.д. и т.п., они как-то влекут за собой рост цен почему-то. Чем больше мы побеждаем, особенно на внешней арене, на внешней политической арене, то есть очередные победы, сами знаете кого, за рубежами любезного отечества автоматически влечет за собой повышение цен на внутреннем рынке. Но я просто вспоминаю, вот за последнюю неделю я видел, хотя уж казалось бы, катаюсь я на мопедке там. За последнюю неделю я видел всего две машины, ей-богу, две машины, я их считаю. Две машины с латинскими буквами. На номерных знаках, да, на номерных знаках, скажем так. С латинскими буквами на номерных знаках. Чтобы было понятнее товарищу майору, а то есть он доебется, блядь, что за латинские буквы, да где, блядь. На номерных знаках. Не наши эти машины. Мордва нет, мордва против. Да, еще я заметил, что... Ой. Что-то я устал говорить прям. Устал.
Я все передам твоим ненаглядным. Моим золотым. Каким ненаглядным? Ой, да. Ты у меня ненаглядный. Ты для золотых твоих. Ну так, своими словами как-нибудь помягче так вот с ними. Ты уж, Ольгонька, с ними помягче. Хорошо. Я их и так ведь не щадил словами. Месяц я для них не записывал. Передай, что канал я этот помню, вести я его буду, мы его не закрываем. Вот, ну все. Передавай привет всем нашим и расскажи, как мы тут пашем.